китайский брак. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Хитрук Елена. Я заводчик, птицевод, перепеловод. И сегодня у меня на кухне, конечно, уже поздний вечер. Ну, не настолько поздний, но зима рано уже начинает темнить. Готовлю я перепелов для всех своих членов семьи. Каждому як и перепелочек готовим, як и гарнир готовим, ну, то есть на вкус. Значит, давайте по порядку, а может и не по порядку, но в последовательности я вам расскажу все, что я сейчас буду готовить. Хочу вам показать кукурузу. Кто мои постоянные зрители? Михаил, Ирина, вам огромное привет. Михаилу Молдову, Ирине в Россия, Москва. Вот наша сахарная кукурузка беленькая, моя любимая, которую я высаживаю в себе на участке, как ее сохранить. Вот сейчас можно сказать, сегодня Катерины. Катюш, кто дивиться мене Катерини, у кого дочки, внучки Катюши, супруги Катюши, поздравляю вас с праздничком. І хочу сказати, що от сахарна кукурузка, яку я вирощую у себе вдома, от, отварюємо ми її в качанах і потім срізаємо в пакетики, у морозилку, і зараз ми можемо її достати і кушати як гарнірчик до... вкусний. Вкусна кукуруза. Беріть за ідею, можете передивитись моє відео. А що тут у нас такого вкусного? Тут у нас перепіла. Перепіла табака. Вот такі молоденькі. Це петушочки. Вот. Це перепіл табака. Він приготовлений правильно. А зараз я вам покажу цей же ж самих перепілов табака, тільки... Тільки прийшлось мені піти вправитись, то есть на ніч закрити хазяйство, да? Всім дати в кормушки їду, курочкам, перепілочкам, гусей загнати. І оставити це все, звісно, перепілова ставила на сковородки, газ включений. От, і тільки починаєш вспоминати, що вже пахне, вже очень і очень починає пахнути тобі на хазяйство, коли перепілочки вже починають горіти. Вот сколько мяса. Мясо горячее. Мясо аж парует. Мясо пахнет. Ну и ошибка моя в чем? По спешке. Как вкусно. Аж курочка это хорошая, вкусненько. По спешке то, что и газ был больше включенный, то, что моя ошибка, как я мариную перепелов, вот специи надо с них просто снимать. И если не сняв специи, знаешь, вот эти вот предыдущие, тут может быть и чеснок, и кориандр, и так далее, и они потом пригорают, и уже на мясе получается вот такой некрасивый цвет. Ну, для себя то скушать можно, но гостям, конечно, будет некрасиво это все выглядеть. Угу. Мясо сами ему. Не отравляємося. Кушаємо, готовим. Ладно. Це вже для моїх дітей. У мене три ребенка. Дочка і два сина. І цих три вже, мабуть, скушаю я сама. Так що я сама винувата, що вийшли так от загорівші перепілочки. Це вже скушає мама, хазяйка. Ці дві перепілочки я приготувала отак з гарніром, з овощами. Тут у нас спаржева фасолька, морковка, цвітна капусточка. Вот, цвітна капусточка. Вона свіженька. Ставимо її соцвітями вниз. Перепілочки. Внутрь ставлю четверту часть яблочка. От морковка. Ну все, і наливаю сюди 50 грам водички. Це ми накриваємо кришкою і в духовку на запікання. Це одному сину, це второму сину і дочері. Ну і мені, мабуть, достанеться. Раз, два, три,
Наверное, мені 2, дочки 2 и Константину 2. Также же сама перепела внутри яблочка. Ребята, запекаем перепелов обязательно на брюшках. Если мы их перевернем, они будут сухи. Я, конечно, не знаю, чем у меня должно получиться память. И я смонтирую и вам покажу в итоге, что у нас получается. А вот перепелов табака надо жарить совсем по-другому. Отсниму в следующем видео. Буду зарезку делать, вам покажу. Так, и гарнир. Что у нас будет с гарнира? Все та же спаржева фасолька. Спаржевую фасолью хорошо высаживать в первой декаде июля. И вам будет фасоль как раз спеет вызреть, чтобы ее в зиму заморозить. Ну, если вы не саете спаржевую фасолью, можете чем-нибудь заменить. Напишите в комментариях. Ну, и можно и также и купить в супермаркетах овощи, тоже есть замороженные. Так, вот у нас получается спаржевая фасоль с морковочкой. И сюда же добавим цветную капусту. Це соцветия очень крупные, их можно разрезать на две части. Овощей на тарелке, если мы кушаем, да, овощей должно у нас быть 50%, ребята. Чуть-чуть присалываем. И добавляем чуть-чуть сверху скропим растительным маслом. Все. Вкусно. Еще хорошо сделать, посыпать или вообще самое лучшее замариновать в добавлением специй и хмели сунели. Вообще вкуснятина. Ну, я присыплю, ладно. А вот хмели сунели-то у нас и кончились. Ладно, присыпем мы такой другой специей. Вот, но в идеале, если замариновать, буквально хоть там до получаса, дабы свадьба вся состоялась. Сейчас это все накрываем. К овощам не забываем добавить воды. Ну, в зависимости, сколько у нас овощей, грамм 100-150. Если запекать капусту, брокколи вместо цветной капусты, туда водички можно добавить меньше, и по времени запекания брокколи дуже быстро готовится. Так, а тем временем я отварила кашу. Это у нас рис. Він, ребята, длинный. Я не помню, как он называется. Вот, він вот такой вот длинный. Должен такой, как червячки. Раскрывается. Просто на воде. Вода с фильтра и рис. Все, больше ничего. Даже соли сюда не добавляю. С овощей будет сок. С перепелов будет сок. И уже на тарелке себе добавим. Это заказала у меня такой гарнир дочка. И я уже знаю, покушаю. Рис цей дуже вкусный. Константин заказал пшеничную кашу, но я варю с сарнаутки, нема у меня пшеничной крупы. Вот просто вода и все, и арнаутка, и пускай наваривается. Я тоже тут покушаю, просто можно даже потом добавить туда, не знаю, что можно добавить. Ничего не добавить. Добавить ту же самую юшечку, яка будет с овощей и с мяса. Достаточно. Думаю, ничего сюда добавлять не надо. Сливочное масло будет уж слишком. А вот что моему третьему ребенку, який приедет поздно вечером с работы, який он выберет гарнир, это уже будет, ну, можно будет сказать, что поздний ужин, хотя мясо 2,5 часа должно усвоиться в организме, потом человек должен ложиться спать. Думаю, ты, дорогой мой, останешься вот с таким гарниром, с овощами, и все. Значит, так как у меня есть тут крышка, тут есть крышка, на этой форме крышку Лена разбила, значит, мы ставим фольгу, зажимаем вот по краечкам в духовочку 175-180 градусов. Можно тут сделать такие отверстия. Ну, це смотря, яка у вас духовка, я вот так вот сделаю. Все. Яке получится це все блюдо приготовлено. Конечно, гарнир на тарелке и мясо вот это вот будет выглядеть совсем по-другому. Будет дуже красиво выглядеть, как будут выглядеть овощи. Я постараюсь, ребята, отснять и загрузить вам в следующем видео, потому что на ночь показывать, как вы мне кажете, такую вкуснотищу, ну, не очень-то вам приятно дивиться. Ну, может, кто-то это видео подивиться даже завтра, даже и послезавтра. Ну, а как получится, я отсниму, и будет следующая, вторая серия.